Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас Балди. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Я убиваюсь с одного выстрела, надеюсь, вам понравится ролик, вы поддержите меня лайкосиком, подпишитесь на канал, ролики выходят каждый день. Прячьтесь, давайте, я с тобой, короче. Можно а, нет, хотя. Давайте, где вы спрятали? Умирать надо достойно. Мне нравится, как они обсуждают свою смерть. Но она приближается все ближе и ближе. Где таблетка? Пацан, вы таблетку запрятали? Смотри, сейчас смерть, да? Так. Куда вы запрятали? Запрятали, что не знаю, где. Кто вообще прятал? У кого руки? Никто не прятал. Так прячьте таблетку, я ищу ее уже. У вас такие охранники, они отворачиваются, за спиной прохожу. Так, пацаны, я слышу запах таблетки, я приближаюсь к ней, сейчас я буду уже мощным. Стоп, а как ты запах слышишь? А ты когда я взял в руки, тебе руки воняли, теперь она воняет тоже. Я на звук издаю, да? Ты слышишь запах, это я слышу запах таблетки. Логично. Ну, теперь я играю очень внимательно, я знаю, потому что у нее розовая текстура. Я видел. Вот жопа. А, я знаю, где она. Я в капхеде сижу. А почему не могу возродиться? Пробил интер R. ФМНЭ, не? Альт F4 поможет. Да не, я выйду на рабочий стол. Ну. Ой, смотри. Что за баг? Что, из меня вышел? Все, есть, есть, ты смог. Ой, у меня теперь как-то камера раком стоит. Спалился. Да отвалите вы от меня! Ай. В попе шерсть! А где? Да ну пацаны, дайте подсказку, она в помещении или снаружи? Помещение. Помещение. Где? Покажите. В классе или в другом помещении? В классе. В классе. Он в кабинете. Класс. Нашел? Да не нашел, я не знаю, где вашего ничего, таблетка. Где вы ее запрятали? Пацаны, ну дайте подсказку. Ой, ты сказал, попал. А наверху гулька. Здесь? Нет. Нет. Здесь? Да ну отвали, кончунтокс. Не найдешь. Да почему вы ее запрятали? Где-то я не могу найти. Думаю, что так будет просто. Ребят, это нелегко. Он во мне. Отойди. Что за бред? Ах, он такой. Он в кон... Вон в этой... А, да, я, кстати, могу возрождаться, только сразу съедать его и умирать. Самоубийство в кишках. Пацаны, что делать, если я не знаю, где таблетка? Вау, соедини. Это очень большая карта для таких нычек. Так, так, так. Там же еще розовая текстура, почему не могу найти? Ребят, вы точно запрятали? Никуда его не плали. Сена, серьезно? От жопа увидела. Если вы в клумбу запрятали, то это не смешно. Ну да, я так не найду. Смешно, да? Смейся, смейся. Ребят, хотите прикол? Ее не прятал никто, да? Да. Отойди. А вот теперь я буду мстить за то, что вы так сделали. Тогда мсти, мсти. Реально буду мстить, я злой. Мсти. Я бегу, я это делаю. Молодец. Всех убивался. Конечно. По нему стрелял. Вали, вали. Ты чё шумишь от оружия? Чё вы летите на огонь и бесите? Всё. А сколько
Сколько у Димаса хп? Бесконечной жизни. Смысле? А из-за того, что вы таблетку не запрятали, мне придется человека возродиться. А если из человека возрождаюсь, я бессмертный. Не-не-не-не-не. Вы меня не должны сдерживать. Пробежать. Терминатор, убийца. Ай! Ну, вроде бессмертный, я найду-то что-то. Так будет с каждым. И все. Я разозлился. Ладно, давайте я сделаю так, чтобы у меня жизни были, кончались. И будет по-честному. Так, кто там взрывчатку использует? Вы готовы, пацаны? Это... Лопаты. Это... Все честно. У тебя будет все по-честному. Давай. Так, знаете, кого я буду сейчас выслеживать? Меня? Самого главного, тот, кто не запрятал таблетку. Я прятать должен был. Ну все, просто прячься всегда. Окей. Дело это бесконечно. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Что с текстурой двери? Я сломался. Дальше. Где, где, где? Передавай привет своим там. Да, хорошо. Я иду, пацаны. Ребята, кто-то? О, иди сюда, Пикачу. Пикачу, куда ты прыгаешь? А где? На столовку, да? Где он? Где ты, Димасня? Вентиляцию, он в вентиляции, бегите. Ясно. Где? Может быть, в вентиляции люди. Отлично. Спасибо. А, жизни тратятся быстро. Я успел, я успел. Ах ты вонючий. Звездный лорд, я тебя сейчас замочу. Из-за того, что ты реально меня вынес очень много жизни, я тебя буду мочить. Так, я за тобой слежу реально. Бесконечно. Прыгай, прыгай, прыгай хоть куда хочешь, я быстрее, чем ты. Так, сюда, сюда, так, бежит, бежит. А что ты не останавливаешься? Стой. Пацаны, все, идите патрулировать, оставляйте его. Так. Ой, я нашел пушку против тебя. Нормально все? Блин, а, если я его вылезу, я сразу умру, моментально умру. То есть даже нету смысла. Что? А, ну конечно, на вентиляцию. Ну конечно, я через стенку замочил. Вентиляция был толчок. А, жлоб, иди отсюда, свали. Почти убил, давай, тебе, тебе. Нет, 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 нет. Ай. Отлично. Сожрала я тебя. Я знаю. Отлично, отлично. Ой. Ребята, ну что, я вкусно покушал, мне нравится. Давайте, я жду вас в столовке, если вы не слабаки. Давай, бежим. Слов. Где слов? Сюда иди. Мы в раздевалке. Давай, мы в столовке. Он ушел. Чего? Через стену? Он через стену. Опять он уже выселся. Нет, у меня 300 жизней осталось. Блин, я в классе сижу, реально стрёмно. А кто стреляет? Я. Ты что, псих, что ли? А что именно? Да, а я буду так стрелять. Вы сейчас друг друга будете мочить. Да, уже. Я Бонни выстрежу. Кто за Боньку играет? Ему вафли. Не. Хорошо, буду Звездного Лорда опять выслеживать. Димас, можно передать привет? Так, 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 подожди, подожди. Сейчас все будет у нас. Давай, если не испугался, Димас, иди в столовую. У меня с тобой поедим. Дураки? Я не... Ха-ха-ха, погнали. Ах ты ша! Поворот, осторожно. Проверяйте бок. Вот это вообще подстава. Он там, да? Да, я там, я в комнате он сижу. Ай-яй-яй! Ой! Ты не всегда уже убивает. Серьезно. Я люблю, пацаны, с вами играть. Нормально, лупашу все. Вы под пули лезете. Ой. Стоп, это ты, Димас? Нет. Я иду, ты где убиваешь? Димас, ты серьезно, не испугался, давай. Да хватит меня убивать. Да смысле, я коромысле. Слышь, ты что на читерское говняное оружие используешь? Это что? Говняное? Ты хочешь, чтобы я не использовал? Нет, нет.
Опа! Давай, давай, не отсидай еще. Что? Ха-ха, я со спины зашел. Димасник. 50 жизней. А ну все, пацаны. Я выиграл. Выиграл, да? Ну ладно, ладно, ничья. И я, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!